двигатель 1,6 бензиновый, 114 лошадиных сил. Механическая коробка передач. Полный привод. Машина была куплена в 2021 году. Накладки на пороге. Приобрел накладки на пороге, что не понравилось, задняя очень маленькая. Бронь фар, капота, тонировка. Забронировал капот с фарами, заодно затонировали передние окна 35%. Органайзер в багажник. Заказал органайзер в багажник, как всегда обращался в магазин «Автотема». Накладки на противотуманные фары. Без них как-то не так смотрится. Затонировали лобовое стекло атермальной пленкой «Хамелеон». Черная крыша. Затянули крышу в черный глянец. Диски R19. Характеристики: R19 7,5 J-E45. Вот и поставили новые колеса, вживую офигенно. R19 225-45.
Супер редкая комплектация Luxury Edition, и вот она. Часы от Gucci, дорого-богато и супер эксклюзивно. Лип-спойлер. Пока нет адекватных предложений для Аркана, пришлось заказать такой спойлер, а то сейчас только одна компания производит спойлер и ломит цену 16 тысяч. Мне не то что жалко денег на него, но я понимаю, что цена этого спойлера 3 тысячи, 7 тысяч, но никак не 16 тысяч. Так что если кто-то видел в продаже спойлера, дайте знать. Вот и все. Снег пришел. Ставим скучные родные 17-ки. Когда нет денег на максималку, но очень хочется Аркану с кожаным салоном, не проблема, заказываем шкурки Prime 2021, и вот результат налицо, заодно и постелим кожаные ковры. Теперь в салоне дорого и богато. Ах да, совсем забыл. В конце декабря перешиваем в кожу все декоративные вставки, торпеда, двери, под рычагом коробка передач. Материал BMW Schweizer, на порядок лучше родной кожи молодого динозавра. Косим под Аркана РС. Давно хотел затянуть центральную часть бампера в серый цвет, как на РС, а также центральную губу под цвет автомобиля, но, к сожалению, пленку не подобрать в цвет, придется красить. Новый цвет салона у Аркана. Прощай, серый пластик. Вживую темно-бордовый. Вот и началась работа по салону, вживую цвет темнее. Дизайн Prime 2021 года. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Приятного дня!